Загородные пешие прогулки – это хорошо, но немного утомительно. Я удивляюсь, откуда у тебя берутся силы шутить? Это тупик. Что нам дальше делать? Ложись и расслабься. Это сейчас самое необходимое. Дом престарелых пуст. В городе Шухер нас ищут менты. Надо залечь на дно. И что? Вот так всю жизнь? А ты что, против? Послушай, мне не до шуток. У меня ребенок болен, а я здесь. С тобой валяюсь. Ну, валяется, положим, каждый сам по себе. А у меня есть отличный план. Я попробую найти одного человека из пропавшей богадельни. Познакомился, пока тебя ждал. Запомнил адрес. Есть шанс узнать, куда они все делись. Подожди, ну нас же ищут. Но не найдут, потому что ты будешь сидеть дома тихо, а я буду Свистуновым Леонидом Семеновичем. Ну и что, я не Свистунов? Откуда у тебя фальшивый паспорт, Свистунов? Так, я тебе и сдал свои козырные связи. По-моему, мы договаривались. На чистоту. Или я что-то путаю? Поймала. В Москве в милиции у меня есть давний друг. Задержание взяточницы организовал, и вот паспорт запасной мне сделал. На всякий случай. Интересно, что же это за всякий случай у простого юриста, если бы не эта поездка? Вот ты дотошная. А я некоторые дела для баринова делал. Я вот этот паспорт использовал. У тебя запасных документов нет. Поэтому тебе придется сидеть тихо, безвылазно. Надеюсь, это не вызывает никаких вопросов. Сейчас пойдем гулять. Что там? Да, Глеб Анатольевич, это я. У нас новость. С американкой Суворин был. Будешь брать Суворина с американкой, поаккуратней. Не попорти им портрет. Я с ними сам хочу разобраться. Все. Ну, чего смотришь? Не вещь, я болею. Слушай, Цербер, а может, ты сам пойдешь погуляешь? Ну, не могу я, видишь? Башка болит. Ты чего, обиделся? И пошел ты. Степаныч, у нас, походу, еще одна камера накрылась. И сектор Е опять ребит. Тут у нас есть, конечно, небольшие проблемки. Проблемки небольшие? Маленькие совсем. Мужики, а я вижу, у вас большие проблемы. У вас половина камер не работает. Какого хрена вы тогда здесь делаете, я понять не могу. Медики как и деньги получат, все на препараты свои тратят. А на ремонт даже, на толковую профилактику ничего не остается. Я хотел докладную написать, но главврач сказал, что меня с землей сравняет. Камеры, говорит, твои никому не нужны. А наши опыты для всего человечества необходимы. А мы вечно в заднице. Нам и зарплату последними выдают.
Так, иди позови этого вашего драного главврача. Я ему сейчас лично печень вынул. Значит так, вот тут координаты. Это Леха Караваев, следователь, мой друг. Я тебе про него вчера говорил. Хорошо, садись, поешь. Если я не вернусь до вечера, значит, со мной что-то случилось. Бери деньги и на попутках добирайся до Москвы. Ищи Караваева. Адрес и телефон запомни, листочек уничтожь. Ни в коем случае не вздумай ехать на поезде или на самолете. Они по паспорту сразу тебя вычислят. Ищи Караваева. Ему все расскажешь, он тебе поможет. Все понятно? Хорошо. Все по-взрослому. Ты теперь постоянно должна держать в уме, что я могу не вернуться. Но я обещаю, что я буду предельно осторожен. Ты что, ты туда кипятку налила, что ли? И вот этот человек говорит мне про осторожность? Ладно, у нас разные температурные режимы. На первый раз прощаем. Я пошел. Я провожу. Не надо, ненавижу проводы. Удальцов Павел Сергеевич? Да. Вы владелец Mitsubishi Pajero U567? Да. А что, собственно? Здрасте. Что-то случилось? Ориентировка пришла. Похоже на ваш автомобиль. Где джип-то ваш? Так мы его… А покататься отдали. У меня друг взял и, главное, не возвращает. Друг мой, Мишка, он из Москвы приехал в гости. Попросил, ну, я и дал ему. Фамилия? Какая фамилия? Ну, Мишка и Мишка. А мы с ним периодически на тусовках в Москве пересекались. Нас, кстати, Бергельсоны познакомили. Ну, перед тем, как в Индию на полгода по контракту уехали. Сейчас я тебе так покажу Бергельсона. Ну… Ты мне почему про машину ничего не рассказывала? Ты зачем ее Мишке дал? Твой Мишка же пьет, как художник какой-то. Да он к женщине поехал. Ой. Ну, куда и какой не сказал, ну, раз такое дело, замечательно. Я не мог не дать, но… Я тебе сколько раз говорила, не будь таким лопухом. Ну, ты все, вот, все из дома роздал, вот, все. Теперь и до машины добрался. Молодец, молодец. Ну и что нам теперь делать, а? Ну где нам, как нам машину-то вернуть? Пишите заявление об угоне. Да нет, я не буду писать заявление. Мишка вернется, я… Да это не по-товарищески получается, на самом… Я же тебе такого товарища, такого покажу. Этот Миша тут за три дня столько сожрал, сколько мы за неделю вообще не съедаем, а теперь еще и машину умыкнул. Значит так, чтобы я здесь больше твоих московских дружков не видела, понял? Ладно, если Мишка ваш вернется, вы в участок свистните. Обязательно свистнем. Только, пожалуйста, вы его посадите, да? Вы же спасаете? Разберем. Хорошо. Спасибо большое. Пан Санек, поехали. До свидания. Угу. Всего хорошего. До свидания, до свидания. До свидания, угу. До свидания. Да. Слушай, похоже, наша Сашка куда-то влипла. Добрый день, дамы. Ну, здравствуй, коль не шутишь. Какие шутки. Я, можно сказать, любовь свою потерял. И вот ищу. Поможете? А как зовут твою зазнобу? Марина, медсестра она. Так в нашем подъезде, ага. Темненькая такая. Маленькая, быстроглазая, да? Нет, нет, волосы у нее светлые. Глаза такие выразительные, голубые, ну, румяная такая. И вот тут не маленькая. Так это Леонихи дочка. Только у нее такие цицки в нашем доме. Точно, точно. Остальные девки все с прыщами ходят. В пятой живет любовь твоя. Спасибо, дамы. Ишь ты, дамы. Учитель, наверное. Не наверное, а точно. А Мариночка на смене. Вечером будет около 8 часов. Ой, какой ужас.
Никак я не могу с ней связаться пораньше. Ну, вы понимаете, мы с Мариной случайно встретились, но эта встреча определила всю мою дальнейшую жизнь. А сами-то вы откуда? А я из Москвы. Вот начальницу привез и случайно свою судьбу встретил. Вы понимаете? Понимаю. Да вы заходите, Марину подождете, чайку попьем. Нет, 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 я не хочу вас стеснять. Вы мне лучше ее телефончик дайте. А то в суете бумажку потерял, и вот по адресу пришлось искать. Еще что-то будете? Еще, пожалуйста, кофе и молоко. Угу. Сейчас. Так, 29.90. Красавица, червончиком не выручишь. Ну, что тебе жалко, что ли? Девушка, ну? Девушка, дачу забыли! Выход, ты меня весь народ перепугаешь! Иди отсюда, надоело! Зачем ты выходила? Дома не осталось продуктов. Нечего было есть. Я вынуждена была выйти в магазин. Ты с ума сошла? Я просил тебя не высовываться. Я была в платке и в очках. Наши физиономии висят на каждом столбе. На каждом стенде их разыскивает милиция. Это ужас. Во-первых, на висящие на столбе фотографии мало кто обращает внимание. Говорю тебе по своему опыту. Во-вторых, если я тебе сказал никуда не выходить, это значит так должно быть. Это понятно? Да. Не слышу. Да! Вот и хорошо. Ну что, выпьем кофе? Как твои успехи? Нашел человечка? Нашел. Он появится только вечером после смены. Но раз он на смене, значит, приют не ликвидировали, а только куда-то спрятали. В 8 часов я узнаю, куда. Вот. Прошу. А ты неплохо готовишь кофе. Вообще-то я все делаю хорошо. Самокритично. Есть еще дивный рецепт. С медом и чесноком. Рецепт Штирлица. Сочетание несочетаемого. Чеснок вываривается, не жжет, а в сочетании с медом придает напитку неповторимый вкус и аромат. Угостишь? А то. Только за медом и чесноком я пойду сам. Ну зачем так кричать? Я согласна. Твою дивизию. Эта американка все-таки сучка, неспроста туда полезла. Я чувствую, что она, сволочь, связана с мужем. И Суворин. Но ведь проверяли же. Это о чем говорит Артур? О том, что мы расслабились. Нам хоть на танки заезжай, не заметим. Дожили. Ну, вы же помните, мы Суворина несколько раз проверяли. Все было чисто. И в анкете у него комар носа не поточит, все сходится. Знаешь, легенды мы спецы хорошие придумывали. Я вообще не удивлюсь, если он связан с Харпером или со швейцарцами. Команду будем менять? На переправе. И все расшатаем. Нет. Перед выборами нельзя. Надо избраться.
А уж тогда и почистим свои стройные ряды. Что там нам избирком на сегодня придумал? Сегодня встреча с избирателями в Центральном округе. Ой, как мне эти рожи надоели. Может, отменим? Нехорошо. Я только вчера вечернюю встречу отменил. Две подряд – это уже тенденция. Видеть не могу эти рожи. Быстрее бы Дима Суворина с американкой привез. Хоть какие-то положительные эмоции. Уж я тогда бы отыгрался. Долго. И со вкусом. Глеб Анатольевич, там к вам Тихомиров пришел. Зови. Хорошо. Сам напросился. Здравствуйте. Андрюша! Как я рад тебя видеть, дружище! И я рад. Нет, это я рад, Андрей! Ты так вовремя! Ты сейчас вернешь мне все долги. И очень этим мне поможешь, Андрюша. Только не говори нет, не говори. Не говори, что ты опять пришел просить отсрочки. Ведь нет. Ну, в общем, да. Нет. Ты мне, козел, завтра все до последней копейки отдашь. Ты понял? Иди. И без денег не возвращайся. Еще водички принести? Не надо. Мне уже полегчало. Так, ребятки, я в монтажку. Вы меня догоните. Для этой старой грязи камера нашлась. Да, она еще на прошлой неделе заказывала. Ой, только... Эльчик, спасибо, Эльчик. Ладно, мы еще посмотрим. Я еще и покажу. Да что ты ей сделаешь? Джеймс, ты звонил? Да, я звонил. Я только что от Коры. Ну как она? Как моя девочка? Алло. Сандра, тебя очень плохо слышно. Алло. Я не могу сейчас громче говорить. Вот, сейчас лучше слышно. Представляешь, недавно я ей подарил куклу. Ты подарил ей куклу? Ну, ты, наверное, помнишь, что выбор подарков никогда не был моей сильной стороной. Да, Джеймс, я помню. А тут она в нее просто влюбилась. Ни на секунду из рук не выпускает. Да что ты. Даже об этом своем мистере Хиггинсе стала потихоньку забывать. Господи, Джеймс, как же я хочу, чтобы с ней все было хорошо. Точно с ума сошла. Нас же запросто засекут даже по сигналу выключенного телефона. Это специальный телефон, связь которого нельзя отследить. Смотри, каждый непродуманный шаг сейчас опасен. Я должна хоть как-то получать информацию о дочери. Ты подставляешь нас обоих. Как Наташа Ростова перед первым балом. Чтобы не пугать народ помятым видом и щетиной. Одна начальница постоянно за это меня отчитывала. Вот. Последний штрих. Жди меня, и я вернусь. Только дома жди. Я поняла. Не провожай меня. Зачем халат домой таскаешь? Оставила бы здесь, постирала. Что, прачечный потеряли? Я свою по фигуре ушивала. Марина, пойдем быстрее, я опаздываю. Связь появилась. Смотри-ка, какой-то номер незнакомый звонит.
Сейчас наберу. Подожди. Алло, да, здравствуйте. Вы мне звонили? Здравствуйте, это Костя. Вы меня помните? Мы недавно с вами познакомились. Да, помню. Мариночка, я обязательно вас должен увидеть. Вы едете? Давайте встретимся. Едем, едем. А что, сегодня? Да, давайте у ресторана Эльдорадо. 8. Договорились? Марин, ну давай быстрее. Хорошо. Я вас очень буду ждать. У меня свидание, ты слышишь? Да ты что? Это тот парень из Москвы, высокий такой. Я тебе о нем рассказывала. Слушай. Интересно, как он меня нашел? Да я недавно здесь работаю. И оно, божество и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Дорогая Мариночка, вы прекрасны. Какой вы напористый. А я даже вот переодеться толком не успела, вот только со смены. Мариночка, вы любая хорошая. Ой, ну какой вы. Прошу. Сначала нижнюю прикрути, а потом верхнюю прикрути. Иваныч, да пошел ты нахрен со своими советами. Сам залезай и прикручивай. Слышь, давай слезай оттуда. Че там раскомандовалось? Случилось что-то. Чисто. Все, помехи пошли. Живо. Кэт, долго еще? Два уровня считал, читаю третий. Все, уходим. Нам нельзя здесь оставаться надолго. Это опасно. Вся операция может пойти на смарку, если нас засекут. При ошибке на любом уровне кода здесь может все наглухо заблокироваться. Мне нужно проанализировать считанные данные. Долго? Ну, до утра справлюсь. Точно. Тогда лучше в район Прозекторской. Там тихо. Ночью не проверяют.
Ребята, первое предупреждение, вы нарушаете инструкции. Мы больше не будем. Ну ладно, голуби, давайте. Летите, голуби, отсюда, но учтите, что в следующий раз я обязательно доложу вашему начальству. Да-да, все, уходим. Без этого цирка нельзя было обойтись. Ну что, голуби, начнем? Мариночка, я снова за вас. Я так боялся, что я вас не найду. Я проклинал сам себя за то, что сразу же не выпросил у вас номер телефона. Ну, нашли ведь. Нашел. За вас. Мариночка, я от вас в восторге. Краткость – сестра таланта. Мариночка, вы талант. Да обычная я. Да что вы, у вас такая интересная работа. Ну, работа, да. Сплошная засада. Я до этой богадельни в районной поликлинике работала. Вот там совсем другое дело. А что, такое большое отличие? Больные же, это везде больные. Сравнили. В районной платили мало, зато было спокойно. А в этой платят дофига. 25 тысяч. Ого. Так давайте выпьем за вашу большую зарплату. Мариночка. Опс. Ну. Опа. Надо же. Наверное, требует за такие деньги. О, инструкции строгие. Чуть что, сразу на вылет. Зато интересно. Что интересного-то? Два раза в день сделать внутримышечную инъекцию старикам. Доз зависит от веса. А как же вы умудряетесь не путать, Мариночка? Профессиональная память. И выпьем за ваш высокий профессионализм. А давайте. И еще раз. Что ты мычешь? Ну что вы, такой приятный вечер. Почему бы не расслабиться? Марина, ну… Вы извините за настойчивость, друзья. Ну, давай. Сразу вас хотел пригласить в нашу чудную компанию. Вы чудо. Что-то я совсем окосела, голова прямо кругом. Что, вам плохо? Нет, ни в
волнуйтесь. Я не упаду. Я свою дозу знаю хорошо. Я никогда не падаю. Тогда я спокоен, спокоен. Ой, а я нет. Давайте. Ужасов, насмотришься на работе, потом сутки отойти не можешь. Как же вам тяжело приходится, бедная, бедная моя. Да. Каждый день покойники в актовом зале. И никто никогда за ними не приходит. Никаких родственников, никому не нужно старики. Как это? А вот так? Приезжает автобус ритуальный, грузят гробы и до свидания. А потом их в лаборатории вскрывают, как кроликов. А чуть-чуть, да что вы говорите? Какой лаборатории? Это вообще всю нашу богаделю под землю спустили. Мариночка, где? Под похоронным бюро. Там еще на лифте надо спускаться. Покажете? Как? Я вам покажу. Как? Туда вход по электронным пропускам. Я вас с собой взять не могу. Марин. Марин, ну? Да и вообще, зачем вам нужна эта лаборатория? Поехали лучше ко мне, а? У меня мама у подружки ночует. Ну, поехали, ну, поехали. Я искренне за. А давайте выпьем. Выпьем по-последнему. За ваше мужество, Мариночка. Да, я такая. Поехали, а? Ну, поехали. Кора, доченька, если ты получила это письмо, значит, со мной случилась беда. И я уже никогда не смогу тебя увидеть. Но я хочу, чтобы ты знала, что я тебя всегда любила. Люблю и буду любить. Я тебя не бросала. Но бывают в жизни обстоятельства, которые сильнее человеческой воли. Они нас разлучили. Спасибо. Мариночка, давай. Хорошо. Будем одни, нам будет очень-очень хорошо. Да. У меня такая хорошая мама. Осторожно. Но сегодня я вас не познакомлю. А я познакомлю вас завтра. Кровать где? Там. Ага. Так. Давай, аккуратнее. Осторожно. Скажи, а ты меня любишь? А как же. Ой! Да, ну я чувствую, ты хочешь пить. А? Сушничок немного долбит. Ну ты где? Сейчас.
Сейчас, сейчас. На. Слушай, что за колеса? Анальгин. Чтобы головушка не болела. Выпей. Пей, пей. Вот. Вот. Подожди. Ну ты куда? Я душ приму. Почему? Будь проще. Теперь ты знаешь все. И если я не вернусь из этого ада, Джеймс, у меня к тебе одна просьба. Не разлучай Кору хотя бы с памятью обо мне. Прошу тебя, покажи это последнее письмо, которое я для нее записала. И прости меня за все. Я не хотела причинять тебе боль. Просто так все сложилось. Я очень хочу, чтобы вы скоро были счастливы. Я до конца буду делать все возможное. Прощай. А я думала, тебя уже нет в живых. Подсматривать нехорошо. А ты живой? Еще и напился, как свинья. Я работал со свидетелем. Свидетель? Угу. С красной помадой. Свидетельница напилась и падала мне на плечо. Ничего личного. Я чуть с ума не сошла! А ты, ты... Тише, 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 тише! Соседей разбудишь. Тихо, тихо. А я узнал, где лаборатория. В 7 утра у персонала пересменка, и мы будем внедряться. Нам придется поиграть в ролевые игры. Ты будешь медсестрой, а я себе костюм еще не придумал. Что за чушь? Ну, реально, ты будешь медсестрой. Лови. У меня даже электронный пропуск есть. Без него в лабораторию не попасть. Халат большой. Придумай что-нибудь, храбрый партняшка. А я, с твоего позволения, прилягу на пару часиков. Я очень устал. Спокойной ночи. Большая женщина. Ревнуешь? Не дождешься. Mm.
Эй, парень! Пьяной была, когда мне рассказывала. Вроде бы туда. Дыши глубоко носом. Вот так. Ну? Я в порядке. Пошли дальше. Мы почти у цели. Не останавливайся. Компьютер здесь. А почему дверь открыта? Нам повезло. Опоздали. Через несколько секунд сработает сигнализация. Уходим. Пошли оба. Вперед. Давай, ребят, они уже наружу! Быстрее!
Тебе поднимай вертолет. Ты вообще понимаешь своей тупой башкой, что нам Баринов теперь яйца поотрывает? Ты как упустить их мог? Как? Вертолет горел. Они не могли далеко уйти. Я собрал поисковую группу. Раньше надо было думать. Профи работали. Нашу защиту невозможно вскрыть. Такие люди работали. Сам пытался, ни черта не получилось. Алло, ты послушай, какая защита? Они твои двери с полпинка открыли. Профи. У мужика ручная пушка была. Двойную броню насквозь прошибает. Я такие в глаза не видел. Ты чё из меня идиота делаешь? Какая пушка? О чем ты? Капец. Что еще? Базу скопировали. Такой вирусняк нам запустили, мама, не горюй. Антивирус не справляется. Я же говорю, профи. Да прочесать весь лес! Дима! Подключай всех местных ментов! Дима, если ты не найдешь американку, я тебе кишки сам лично выпущу, Дима. Ты меня знаешь. Все! Машка! Да, Глеб Анатольевич. Артуру мне срочно. Он ждет. Да, Глеб Анатольевич. Значит так, срочно дуй в Лондон, угу. Вынимай дочку Харпера. Из больницы. Да, понятно. Стой! Телефон Харпера с американкой засек? Пока нет. Ее московский заблокирован, а с лондонского он в Россию не звонил. Землю носом рой, но найди мне связь американки с Харпером! Это единственная ниточка! Если Дима, не дай бог, ее сюда не приволокет! Вытащить американку можно только через Харпера! Да, понял, можно идти. Иди! Нет, быстрее!